Сегодня в краевой больнице имени Вагнера лечение в инфекционном отделении с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция проходит 94 пациента. За сутки были выписаны 20 жителей Верхнекамья, проходивших лечение в стационаре. По данным регионального оперативного штаба, общее число березняковцев, которым был поставлен диагноз коронавирус, составляет 273. Из них за сутки добавились 4 человека. По предписанию Роспотребнадзора 195 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 проходят лечение на дому. Под подозрением на заражение опасной инфекцией находятся 734 человека. За последние сутки в Пермском крае выявили 87 новых случаев заражения COVID-19. Тем временем общее число заболевших на сегодня перевалило за 5000. За сутки выздоровели 14 пациентов, 2 человека скончались от коронавируса. На сегодня общее число заболевших в России почти 780 тысяч человек. Из них за сутки выявлено чуть менее 6 тысяч. Выздоровели за последние 24 часа более 3 тысяч пациентов. 85 человек умерли.